В эфире служба новостей «Саров-24», в студии Кирилл Васенин. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Четыре варианта благоустройства в администрации обсудили реконструкцию парка имени Зернова. 3 декабря в нашей стране отмечается День неизвестного солдата. Первый праздник студенческой жизни в молодежном центре прошел День первокурсника. Далее расскажем обо всем подробно. Каким будет парк Зернова? Этот вопрос обсуждают уже достаточно давно. Еще минувшим летом в рамках программы формирования комфортной городской среды здесь начали возводить новую многофункциональную детскую площадку, которая должна была быть открыта еще 15 сентября. Но строительные работы до сих пор продолжаются. Летом же проект благоустройства парка выиграл федеральный грант в 100 миллионов рублей. Обсудить четыре разных концепции этого благоустройства и выбрать лучшую пригласили саровчан. Сталинский ампир и экопарк – сочетание этих стилей и лежит в основе идеи благоустройства парка Зернова. Причем основные элементы – входная группа, спортивные площадки и места для отдыха, аттракционы, МАФы и лодочная станция – повторяются во всех четырех концепциях. Чем они отличаются, все четыре группы? Дорожно-тропиночные сети, соответственно, там же. Они, насколько вы видите, абсолютно отличаются, за исключением основной аллеи и главных параллельно. Я вот вначале говорил, мы обсуждаем не концепцию, а варианты компоновки элементов. Концепция уже победила. К элементам, представленным в концепции, у пришедших тоже были вопросы. Некоторых, в частности, смутила идея сталинского ампира. Я думаю, что при реализации это все будет смотреться глубоко, и мы скатимся к тому, что ну, давайте воспитывать народ, да? Давайте не ставить вот убожество, давайте делать красиво. Были вопросы к концепции, в которой разработчики пытались отразить форму мирного атома. Кто-то спрашивал о необходимости лодочной станции, а некоторые попросили предусмотреть в парке больше мест для детей и высказали недовольство строящейся детской площадкой. Что еще нашим детям новое может там быть? Ничего не сделали. Этим летом где будет песочная площадка? Там же, на том же месте у вас будет песочная площадка, где вы гуляли. Да. Только в другой форме, более интересно, вас уверяю, более лучше. Она будет. Не будет лучше. Почему? Рассказываю. Значит, вместо песочной площадки, которая была зеленая, в тени, приехали машины, туда щебень наш набросали, да, укатали асфальт. Для танка. Это получился танкодром. Вот куда я приведу в эту сковородку, в этот танкодром, приведу внука на песочную площадку? Это же сковородка. Напомню, новую детскую площадку в парке Зернова возводят в рамках программы формирования комфортной городской среды. Открыть ее должны были еще в середине сентября, однако строительные работы продолжаются до сих пор. Завершить их обещают к Новому году. Работы по благоустройству парка начнутся ближе к лету. На то, как он будет выглядеть в итоге, повлиять может каждый. Замечания и предложения принимают в администрации в кабинете номер 219 до 15 декабря. Ознакомиться с представленными концепциями можно на официальном сайте администрации. Подробная информация по телефону 990-61. Лидия Шилаева, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей «Саров-24». День неизвестного солдата – это дата, которая объединяет всех пропавших без вести во время войн и военных конфликтов. Это память о каждом солдате, защищавшем нашу Родину, и на чьи могилы не могут прийти их родственники и потомки. Каждый год 3 декабря жители нашей страны вспоминают подвиги советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях на территории России и за ее пределами. В день памяти неизвестного солдата у Вечного огня прошел митинг с участием школьников, студентов и воспитанников военно-патриотических клубов. Все дальше и дальше от нас страшные годы самой кровопролитной войны в истории. Останки безвестных воинов, погибших в то время, находят в разных уголках нашей страны. Лишь немногим удается вернуть имена. Остальные погибшие так и остаются неизвестными солдатами. Помнить об их подвиге должен каждый из нас. Эти слова были лейтмотивом митинга памяти у Вечного огня. Я хочу вам всем пожелать здоровья, успехов и благополучия. И помнить всегда, что тот неизвестный солдат, который погиб, погиб за нас с вами. Юлии Шлаитовой было 10 лет, когда фашисты напали на нашу страну. В той войне погиб ее отец, воевал и был тяжело ранен старший брат. Благодаря их и смерти многих, имена которых остались неизвестными, живем мы сейчас и радуемся жизни под ясным небом. Спокойно, хотя не очень спокойно в стране, особенно в мире.
но все равно наша страна может защитить себя. День неизвестного солдата – это повод отдать дань уважения тем, кто погиб на полях войны в нашей стране и за ее пределами. Всем тем, на чьи могилы не могут прийти родные. Но их подвиг не забыт. Эти герои живы в памяти людей. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Смотри конкурсе «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности». Саров занял первое место. Диплом победителя руководителю города вручили на торжественной церемонии награждения, которая состоялась 30 ноября в районном поселке Шатки. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровчанам расскажут, как пользоваться сервисом госуслуги при оформлении документов, которые выдают правоохранительные органы. Горячая телефонная линия по этой теме пройдет во вторник, 4 декабря. На вопросы горожан о госуслугах, предоставляемых информационными центрами МВД, ответит начальник штаба Саровской полиции Сергей Александрович Трусов. Звонки будут принимать по номеру 605-13 с 5 до 7 вечера. Авторы проекта «10 песен атомных городов» опубликовали первый клип нового сезона. Музыканты исполнили песню «Марш веселых ребят» на стихи поэта Василия Лебедева-Кумача. По традиции, в записи клипа приняли участие представители всех закрытых городов атомной промышленности. Саров представил оркестр войск Национальной гвардии, который появляется в ролике уже с первых кадров. Полную версию клипа можно посмотреть на сайте YouTube. В библиотеке имени Маяковского пройдет концерт. Любителей музыки ждут 7 декабря в Зале искусств. Для саровчан выступят участники вокальной студии «Дивойс» под руководством преподавателя детской школы искусств номер 2 Татьяны Бычковой. Концерт начнется в 18 часов. Когда помощь не в радость. Житель нашего города, оформляя куплю-продажу квартиры, не оплатил услуги риэлтора. Сотрудница агентства недвижимости согласилась помочь клиенту перевести недостающую сумму через мобильный банк. Воспользовавшись доверчивостью мужчины, саровчанка перевела на свой счет в несколько раз больше. Заметив, что деньги с карты исчезают с завидной регулярностью, он обратился в полицию. В отношении риэлтора возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Чем еще запомнилась эта неделя сотрудникам порядка, расскажем в следующем репортаже. Сотрудники ГИБДД зарегистрировали 4 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Причем в большинстве случаев сообщения о ДТП поступали не с места аварии, а от сотрудников клинической больницы номер 50. 2 происшествия случились на проспекте Октябрьском. Водитель иномарки сбил на пешеходном переходе женщину. После чего он посадил пешехода опять же в свою машину, доставил в приемный покой. И в приемном покое ей поставили диагноз в виде ушибов конечностей. После осмотра чума она была отпущена домой. Водитель решил в первую очередь убедиться, что жизни пострадавшей ничего не угрожает. Поэтому в ГИБДД о случившемся сообщил не он, а сотрудники приемного покоя. Стражи дорог решили, что автомобилист действовал согласно установленным правилам. И водитель, опять же, все правильно, в принципе, сделал. И здесь не будет ни нарушений, потому что из приемного покоя сразу нам позвонили, он еще был в приемном покое. Спустя 2,5 часа в том же месте сбили еще одного пешехода. Врачи зафиксировали у пострадавшей сотрясение и перелом шейки бедра. В другой части старого района на минувшей неделе тоже пострадал пешеход. Водитель сам привез бабушку в приемный покой. Но тогда медики решили, что здоровью саровчанки ничего не угрожает, и отпустили ее домой. И только вечером при повторном обращении врачи зафиксировали у пенсионерки перелом тазовой кости и госпитализировали ее в отделение. По данному случаю водителю выписан штраф за невыполнение обязанностей при ДТП. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Впереди у них долгий и тернистый путь до специалиста. А чтобы дорога началась с положительных эмоций, в вузах принято отмечать День первокурсника. Это самый первый праздник студенческой жизни и отличный способ получше узнать своих однокурсников. Праздник для тех, кто недавно стал студентом, прошел в молодежном центре. О традициях и новшествах посвящения студента расскажем далее. В этот раз организаторы решили отойти от традиции и сделали вечер более молодежным. Его темой стал «Назад будущее», а главными персонажами – Рик и Морти. Зажигательные номера дарили своим сокурсникам самые активные и инициативные студенты. Ребята и девушки старались не ударить в грязь лицом. Кто-то готовил остроумные сценки, кто-то пробовал себя в танцах, а кто-то импровизировал. Подготовкой вечера занималась администрация вуза вместе с Объединенным советом студентов. Первокурсница Юлия Лукьянова приехала из Арзамаса. Она учится в нашем институте всего 3 месяца, но уже успела вступить в совет и влиться в дружную студенческую семью. На самом деле, когда я только приехала, было немного страшно, было сложно сориентироваться,
Но сейчас мы уже немножко подружились с ребятами, обосновались как-то. На самом деле, все не так трудно. Один из организаторов вечера, студент 4-го курса Сарфаты Нияуми Фи Сергей Евстратов, с теплотой вспоминает время, когда сам был первокурсником. Было очень легко, было больше свободного времени, а сейчас приходится вот это вот. Очень много времени уделять, чтобы организовывать для них, также чтобы им было интересно, как и нам в свое время. Бытует мнение, что стать настоящим студентом можно только после дня первокурсника. Сегодняшние первогодки успешно прошли студенческое крещение. Впереди у них непростое время первых зачетов и экзаменов. Екатерина Апенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. А борцовый ансамбль народной песни «Горница» детской школы искусств номер 2 занял первое место на первом молодежном конкурсе народной музыки «Быть добру» в Нижнем Новгороде. Ансамбль признан лучшим среди музыкальных и детских школ искусств нашего региона. Юные исполнители и педагоги «Горницы» награждены дипломами лауреатов и благодарственными письмами. Подробности в следующем сюжете. Копилка наград образцового ансамбля народной песни «Горница» детской школы искусств номер 2 пополнилась новыми дипломами и грамотами. Коллективу достался диплом лауреата первой степени. Кроме этого, достойно показали себя и солистки ансамбля. Победительницей в своей возрастной категории стала Анастасия Кашина. В составе «Горницы» девушка выступает уже около 10 лет. Она неоднократно участвовала в различных конкурсах, и победа на «Быть добру» далась ей непросто. На конкурсе выступали люди, одной номинации, то есть были народники, как и коллективы, так и солисты. То есть было интересно посмотреть на других людей, которые поют, там пляшут, то есть было очень интересно, то есть там свой опыт, своя ступень развития. Две солистки «Горницы» Дарина Кальвит и Екатерина Строкова поделили второе место. Эта победа многое дала участницам коллектива. Я открыла для себя новые таланты. Я знаю то, что я могу, и могу еще выше и лучше. Руководитель образцового ансамбля «Горница» Ирина Оськина старается привить своим ученикам любовь к песне, хороший вкус и понимание народной культуры. К подготовке выступлений педагог подходит тщательно. Мы смотрим на то, чтобы дети, чтобы, во-первых, они любили то, что они поют, понимали, о чем они поют, пропагандировали народную песню, потому что это наша история музыкальная, понимали, когда она написана, в какое время года даже она написана, для чего. В ближайших планах «Горницы» выступление на концертных площадках нашего города и участие в хоровом конкурсе народной музыки в Дзержинске. Екатерина Апенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Воскресный матч 4-го тура в рамках высшей хоккейной лиги области между командами «Саров-Инвест» и «Дальнее Константиново» не состоялся. Гости не смогли в полном составе прибыть в наш город, что стало причиной срыва игры и как эта ситуация повлияла на результат команды в турнирной таблице чемпионата, выясняла наша съемочная группа. Причина отмены воскресной игры целиком и полностью легла на плечи приезжей команды. Хоккеисты из «Дальнего Константиново» банально не смогли в полном составе въехать на территорию нашего ЗАТО. У нас закрытый город, к нам не так просто попасть. Просто люди, видать, немножко наивные, думали, что все просто так сделаем. Нет, неправильно оформили заявку, то есть паспортные данные из-за 11 человек у шестерых не совпадали с наличием. Проводить полноценную игру в урезанном до 5 человек составе команда «Дальнего Константиново» была не в состоянии. И тренерский штаб гостей нашего города принял решение ехать обратно домой. Для подобных ситуаций в высшей лиге Нижегородской области предусмотрен определенный регламент действий. Лучшее, что может быть, это перенос для «Дальнего Константиново». А так во вторник будет исполком в федерации. И там будет принято решение, я думаю, 90%. 5-0. Если техническое поражение команде «Дальнего Константиново» будет засчитано, то встретятся соперники только в январе 2019 года. Если же исполнительный комитет высшей лиги Нижегородской области примет решение о переносе матча, ближайшая дата может быть назначена на 29 декабря 2018 года. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, служба новостей «Саров-24». И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16 в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Кирилл Васенин. Всего вам доброго и хороших вам новостей.